У меня свет сначала типа моргнул, знаешь, а потом именно отрубили. Пускай ненадолго, но типа реально отрубили. Соответственно, все идет по пири-пи-пи-пи, включая интернет. Ах, по идее, сегодня не должны были ничего отключать. То есть ни объявлений, ничего такого не висит. Объявление висело только для первого и до четвертого. Все. Они продолжают что-то с щитками делать. Че? Окей, на, продолжим. Бесит. По-моему, там ремонтерам по одному месту моргнуть надо. Да не помешало бы, блин. Уроды. Ну, мне тетка сейчас пришла, сказала, что там до 17 декабря, типа, они могут работы проводить. То есть, фактически, до 17 декабря у нас в любой абсолютный момент, у меня в любой абсолютный момент, может тупо отрубить электричество во всем доме. И все. Я с этим ничего не сделал вообще. Не похрен, что стрим нагнется, да, как бы. Не только стрим, вообще, все нагнется. Холодильники нагнуться могут, морозилка может разморозиться без энергии, особенно если долго это будет. Вообще зашибись. Но всем на это похрен, потому что долбанный капремонт. Который никто не просил. Горит. Горит от того, что уроды, и горит от того, что не дают нормально поработать. Эй! Время покупать свой дизельный генератор и ставить его на балкон. Да тут не покупать, тут сдачи привозить нафиг надо. Дизгенератор этот. И еще трубу к неугодным соседям выводить. Выхлопную. И вообще я добрый. Особенно, когда интернет врубает. Убить готов нахер. Фыр. Так, ладно. Хрен с ними. Не знаю, я не могу после этого в колею долго вернуться. То есть, вроде как вот... Уже настроился стримить, уже все нормально было, а вот сейчас прервали, и вот снова в колею стримингу возвращаться пипец как сложно. Твою налево. А теперь мне еще и слизняки начинают с небес падать, да? Такс. Мне реально надо Jester Sparrow. Мне реально нужен лук. Я, правда, не знаю, золотой лук ставить себе. Такой себе, он не такой мощный. Но ничего мощнее золотого лука, я так сейчас подозреваю, у меня не будет. Поэтому ладно, пофигу. Пускай будет золотой лук. Так, мне нужны Jester's Arrow. Слизняги! Больше слизнягов, богу слизнягов. Заодно, кстати, запасы слизи себе пополню так-то, а то у меня слизь уже начала заканчиваться. В связи с факелами постоянными. Сейчас запас слизи еще наберем в ощпе. Iron skin, повышенный счет. Так уже почему бы нафиг, нет? Так, погоди, мне нужно звездов. Так, Jester's Arrow уже с помощью звездов делается, да. Зашибись, 420 Jester's Arrow. Это на тот случай, когда реально понадобится... Ух ты! Хорошая звезда! Всем звезда, пацаны! 920 урона. Просто по слизнякам. Not bad. Сейчас я пока, я думаю, колбасить. Так, во-первых, мне надо открыть проход в дом, пускай они в доме у меня будут. Это норм. Вот. А во-вторых, мне надо их умудриться заколбасить 150 штук. В принципе, 25 я уже убил. Что хорошо. Вот. Мне сейчас надо... Слизняков-то пофармить. Я даже не знаю, можно попробовать сразу Jester's Arrow, но... Собственно, ну, их слишком мало, чтобы Jester's Arrow на это тратить. А вот на King Slime, когда он будет уже спамить слизняками по полной программе, его, да, его только с помощью Jester's Arrow надо будет убивать. Потому что это будет намного удобнее. Хорошо, что я все-таки броню себе сделал, поэтому слизняки наносят урон не по 30, а по одному. Намного нахер удобнее. Но не хватает из тремора музыки... Вот это вот, особенно когда слизняки с небес падают. А, нет, смотри, вот этот слизняк мне вообще по 10 урон наносит. Странный слизняк. Перекачанный такой, на стероидах, 100 пудов. Такс.
замечательно. Сколько у меня там еще? Я 50 убил. Окей. Надо еще в два раза больше поубивать. Я как бы не против нифига, но это странно немножко. Главное, чтобы они чаще респались. То есть, мне надо их больше убивать, чтобы они больше респались. А респаются они очень мало. Мне, чтобы сразу... Дай мне сразу 40. Всех убью. Сто пудов говорю. Во-во-во-во-во-во! Вот нахер другое дело. Поехали. Вот это, я понимаю, не падают нормуль. Такс. Я еще тут слаймов поубивал. Можно даже поставить баннер себе. Слаймовый. Вот. Зашибись. Я, правда, дверь сейчас, собственно, не открою. Поэтому надо баннер чуть подальше поставить все-таки. Вот так вот. Сейчас еще и больше урона по ним будет проходить. Вообще зашибись. Ай, турунь, ай, турунь, турунь. Отлично. Так, что там в шаг? Ты не знаешь тактики против боссов? В смысле? Сразу задам вопрос, ты обузишь или нет? Нет. Я же не абузер, я по-честному играю. Я иногда игру умудряюсь ломать, но сам того не осознавая чаще всего. Айзека не считаем. Вот, а так... Нет, я не абузер. Я предпочитаю по-честному драться, собственно, с боссами. Только если я его не могу пройти, я там делаю какие-нибудь спецаредны, что-нибудь такое. Короче, хитрое что-нибудь вот делаю, да. Угу. Для того, чтобы боссов убивать. Но если, в принципе, пока так получается, то зачем что-то хитрое-хитрое делать, когда ты просто так его вполне себе убиваешь? Как бы нелогично, да? Тут слева лежит пердушка. Да я видел его, мне его лень подбирать. Я думаю, мне перья нафиг не понадобится. Так, мне интересно, сколько у меня еще времени есть, потому что мне надо еще целых 29 слизняков завалить. Они, по идее, падают с небес, конечно, достаточно долго, продолжительное время, но тем не менее. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Такой первый раз на стриме. Что тут происходит? Ну, пока слизняки с небес падают, а так все нормально. Происходит фарм слизняков с небес. Ау, 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 ау. Блин, жопа, все равно по одному урону, но пока у меня не будет щита нормального, они будут меня отталкивать. А щита не будет до скелетрона. А скелетрон это жопа. Особенно для меня, особенно сейчас. Ай, ай. Так, сколько там еще? Ой, два, один, ой. Так, готов? Готов. Где он только вопрос? Так, Iron Skin Potion я выпил, все окей, на, где король? А, вот и король слизняк, собственно. Кревет. Так, давай еще попутно слизняков убивать вместе с ним. Больше слизняков, богу слизняков, больше геля, богу геля, ну и, соответственно, там посмотрим. Че, ах ты, падла! Шпион! Сзади подошел, незаметно. Мне главное вот этих вот шипастых убивать, слизняков, которых он респает. Шипастые слизняки здесь вообще... Не... Да жопа! Опустите меня на землю. Из-за этого отталкивать я просто на землю не могу нормально опуститься. Меня слишком часто бьют. Ниндзюка хренова, блин. О, ко мне коблер пришел обратно. Я могу себе теперь ботинки начистить. Я не знаю, зачем конкретно сейчас мне ботинки чистить. Но я могу, в принципе, да. Да, отпусти меня! Отпусти! Отпусти! Чудо трава. Мне интересно, что он мне сейчас... А, стоп! С него же отвердитель падает, так ведь? То есть я смогу себе сейчас слаймовый... То, что я хотел сделать, гранитный этаж плюс слаймовый этаж. Блин, это было бы сейчас офигенно, честно говоря. Эти!
ваши долбанные шипастые слизняки для дебилов. Ну, собственно, примерно так же бой с Зенкой должен был происходить у меня, да? Вот примерно так же легко. Но к Зенке я был просто морально не готов. А к слизняку готов, поэтому со слизняком все нормально вышло. Все, слизняки перестают падать с неба. Найс. Ау. О, Пинки! Пинки, дай мне бабок. Я, собственно, не против. Ей! А, нет, не ей. А, нет, ей все нормально. Голду дал. Найс. Ту-турун-турун-турун-турун-турун. Текс. Шаг его снизу можно, но в ямку не влезет. Я не хочу. Текс. Что у нас есть? У нас есть зеленый баннер, теперь green slime баннер. Много всякого, включая Jester's Arrow. Такс. Это я просто удалю. Это тоже удалю. Так, квикстак, 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 квикстак. Эть. Оп. Я пока останусь Jester's Arrow. Пригодятся еще. Значит, это мусор, тинора. Тинора тоже мусор, мне она не понадобится. Кук, я получил отвердитель. Да, вот отвердитель нужен. Это 100 пудов. Ну ладно, давай сюда. Текс. Slime becomes friendly. Нет, это фигня. Ну, типа... Ок. Это просто слизняковая вещь, чтобы слизняками покрывать всех. Ну, просто бесполезная фигня. Так, Спингель. Давай сюда я тебя этого. И ниндзя. Ниндзя с другой стороны одежды увеличивает метательный урон. Но у меня гораздо больше деф получается из этого. Так, секунду, ребят. Нормально ли, что мне с каждого Слайм Кинга падает скользкое седло? Просто удачка, не больше. Здорово, Гигезер. Такс. Шоп, шоп. Чуть-чуть побольше голды будет. Так. Теперь чем? Мне надо сначала посмотреть, что еще у нас из дерева делается, и, наверное, отправляться все-таки за гранитом. Значит так. Что ты у нас делаешь из этого дерева? Из него делается та самая лютня, точняк, для которой я хотел Arcane Armor Fabricator. Было дело. Из нее же делается лук на 17 дамаги вместо моего 11, но для него тоже нужен Arcane Armor Fabricator. А для этой фиговины мне надо, чтобы кузнец пришел, а кузнец приходит, я не помню когда. Кто мне напомнит, когда у нас приходит кузнец? После какого-то босса? Я вообще не помню, когда он приходит. Travel Merchant, окей. Не, я просто не помню, после какого из боссов приходит у нас этот... Ох, кузняк. Ну, собственно, из этого дерева можно, кстати говоря, тоже сделать и таз так-то. Я просто не очень хочу. Для всего нужен Arcane Armor Fabricator, к сожалению. Так, Кейна, пускай это дерево тогда будет пока что у меня. Хрен с ним. Сделаем мать, сделаем оп. Так, что мне мерч принес? Чё ты мне принёс? Давай. Ну, я прям даже не знаю. Саке, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Мне надо 100 пудов купить цемент-миксер и прессоратор. Прессоратор, точнее. Вот, это всё для ПДшки потом понадобится. Не, не для ПДшки, для строительной понадобится. Окей, пока ок. После Зенки... Разве? Чё-то мне кажется, что после Зенки это будет слишком рано, то, что он приходит. Так, ладно, мне надо снова в гранитный биом, это значит, что плюс-минус мне надо снова вот сюда вот пройти.
Потому что это самый ближайший гранитный биом, который я видел. Вот, поэтому у меня ботинки все еще начищены. Побежали. Жалко, у меня нет никакого питания, ничего такого. Не навыбивал еще. Даже сумона никакого нет. Ужас вообще. Да, Шака, что за хрень продает мерч за 5 платины? Это какую именно хрень? Он может за 5 платины продавать просто красивость какую-нибудь. И кольцо продаваться может, и шкуры могут продаваться, и плащик может продаваться. Что еще он за 5 платин продает, я вообще не помню. Квадрат какой-то. Хрен его знает. Я пока такого не видел, Катюк. Куб-компаньон. А, в смысле из портала, что ли? Господи. Это... Забей, это просто красивость. Если ты в портал не играл, ты не поймешь. А если ты играл, то тебе пояснять больше не надо. Так, значит, мне нужна карта теперь. Мне надо смотреть, куда мне падать. Сейчас я иду чисто за гранитом. То есть мне пофигу на все остальное. Можно грибасов еще добыть попутных. Это было бы неплохо. Но в основном я сейчас иду чисто за гранитом. Так, грибасы попутные. Но их маловато. Ну, в любом случае. Единственный грибной биом, который я встретил, у меня выбора как бы особого нет. Так, там мне пока надо сюда, потом мне надо ниже. Потом можно прокатиться вообще. Чу-чу. Так, зашибись. А, не, стоп. Мне в предыдущую. Я извиняюсь. Мне вот в эту вот дырку. Дырка. Ай-яй-яй, слепота. Ха, зато насколько я быстрее стал. И, кстати говоря, быстрота-то длится достаточно долго. Спасибо, собственно, Тринке за это. Дали по щам, как рванул из места. Прям, классно. Так, давай не получим по щам еще раз от этого здорового слизняка, иначе это будет очень больно. Так, сюда, куда? Сюда. Сюда, в домик. Я тогда прокопался, я помню. Отлично. Так, сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй, не убрал, падла. Самое печальное, это жопу еще и отравляет. Вообще больно. Так, с мраморным биом. Чем быстрее я пробегу, тем лучше, что, собственно, будет. Поэтому давай, да беги! Добегай, добуди, добудай. Так, дальше сейчас посмотрим по обстоятельствам. Мне, кстати, надо было с собой, наверное, взять все... Вот это грубо, между прочим, вот с этим магом сейчас сталкиваться. Это прям очень не очень. Я не ожидал его здесь сейчас увидеть. Не, ну логично, что он здесь есть, я его просто не ожидал увидеть. Так, и вот, собственно, он гранитный би... Блин. Биом, говорю. Вот. Отлично. Големка. Ну чё, мне только разве что гранита реально добывать осталось. Не хватает, опять же, особенной музыки гранитного биома, которая... Жалко, нельзя, слушай, музыку отдельно из тремора вытащить. Наверное, нельзя. Не факт. Я просто не знаю. Потому что музыку отдельную из тремора хотелось бы вытащить. Просто вставить музыку на падение слизняков и музыку на гранитный биом. Вот это было бы офигенно вообще. А чё ведра не сделал? Да забыл, Кать. Знаешь, это ведра это одни из тех вещей, которые ты думаешь, что у тебя есть всегда. То есть по умолчанию, грубо говоря, что у тебя там вот в инвентаре где-то лежит пара-тройка ведер. А когда ты понимаешь, что ты их не сделал, как-то получается, ну, ок, блин. Ну, забыл опять. В очередной нахрен раз. Так.
Мне, кстати, гранита так-то надо достаточно прилично, если я хочу. Я даже не знаю, основной, то есть у меня этаж сейчас будет еще шире, на еще больше комнат. Потому что мы же замок строим. И я не знаю, основы мне делать слизи или гранит. То есть что-либо будет основой, а можно вообще трехцветный этаж сделать. То есть там слизь, гранита, что-то еще синее. Что у нас еще синего есть? Хз. Ну, то есть слизь такая голубенькая, гранит такой темно-синий. А что у нас еще и синий из материалов есть, я прям даже не знаю. Пойду-ка блинчики подогреть. Давай, приятный аппетит тебе, Мидлейк. Нормальная тема блинчики подогревать. Так, наверх. Да, фак. Так, травельный мерчинг. Так, у нас, походу, ночь началась, окей, да. Мне, кстати, сейчас надо вовсю искать гоблин-тинкерера, потому что, ну, собственно, он давно уже нужен. И ботинки мне хорошие создать уже давным-давно можно, и артефакты объединять давным-давно можно. Главное, гоблина встретить. И после нашествия гоблинов он как раз должен был появиться. Вопрос, где? То есть мне его сейчас надо по подземельям искать, это 100%. Если вы его внезапно увидите, а не увижу его я, вы в чат кричите, потому что он-то нужен. Тинкерер нужен причем очень сильно. Океанический биом, там блоки синенькие. Я пока туда, я их добыть не смогу, Кать. Для меня это пока будет невозможно. Я там умру просто очень быстро. Хотя, конечно, да, океанский биом это синенькие блоки, согласен. Там красиво будет. Так, давай. Умирай. Молодец. Мне потом здесь еще арену надо будет специфическую делать, потому что мне же здесь с боссом сражаться с гранитным. Но это все, видимо, будет потом. Да. Идите похрите по. Тихо. Не в лаву. Да ты издеваешься! Шо? Опять? 221. Мало. Жопа. Ладно. Сейчас я буду морально готов к этой зенке. И у меня стрелы есть. Можно попробовать зенку убить. Так, давай только квикстак быстренький. Банки хп. Ой-ой-ой, я без бана хп, у меня больших банок хп нет. А вот это уже херовато как бы. У меня даже Archery Potion с собой есть, вообще офигенно. Так, с Flaming Arrow сюда. И Shuriken пригодятся.